Значит, что касается денег, то по таможенному эксперименту у нас пришло подтверждение еще на 6 миллионов. По итогам, это вторые 6 миллионов, по итогам октября месяца. Есть прогнозы еще, я скажу, по надходжению за рахунок мытного эксперименту «Лустопад» — это грудный. Дальше есть обращение в адрес «Укравтодора». Почему? Потому что объект практически готовый. И напоминаю, все-таки это объект государственного значения. Дорога на балансе службы автомобильных дорог, которая замыкается и окажется подпаркована «Укравтодору». Поэтому изыскиваем возможность для того, чтобы профинансировать фактически выполненные работы. Что касается зимнего содержания, то на сегодняшний день она еще находится у подрядчика, эта дорога. Но, знаете, из опыта, учитывая, что в «Облавтодоре», как подрядная организация, которая последние годы после проведенных торгов выполняет функции эксплуатирующей организации в зимний период, учитывая их техническое состояние, недостаточность техники, то мы очень часто, это было и прошлой зимой, привлекаем со стороны технику частных предпринимателей, частных предприятий. Поэтому то, что эта дорога будет обслуживаться в зимний период, это я гарантирую. А за счет каких сил и средств в рабочем порядке мы этот вопрос решим. Какая там сумма общая нужна, чтобы закрыть ремонт? Необходимо ремонт? Было 48 миллионов, из них есть 12. Но последние акты еще не сданы, они не проверены компанией «Дурьякость», не проверена служба автомобильных дорог. Это предварительные расчеты, которые предоставлены. По сути, там осталось минимум работ, связанных с обочиной. Но по финансированию пока четко нельзя заявить, что до Нового года 100% будет погашено. Мы поставили себе перед собой такую задачу и изыскиваем возможность, чтобы профинансировать фактически выполненные работы. Вот за счет какого источника, ну, есть вопросы, мы над ними работаем. Какие это могут быть варианты? Это может быть вариант, таможенный эксперимент, может быть госбюджет при изменении постановок кабинета министров, это могут быть, окажут иншие, не забороненные чином законодательства источники финансирования.